Приветствую всех любителей, энтузиастов. Сегодня рассказ пойдет о автомобиле, входящем по важности в десятку автомобилестроения и его предпоследней вариации Mark 6, да еще вдобавок непростой смертной. В данной ситуации мы имеем Mini Era Turbo под номером решетка 1050А. А злая шавка. Эта модель была построена тиражом в 436 автомобилей компании Era, английские гоночные автомобили. 99 пришлось на родной английский рынок, из которых одна досталась даже самому султану Брунея. 337 исключительно на японский, из которых 180 были в цвете борта и 157 в красном, одной из которых счастливым обладателем мне посчастливилось стать. Единственными отличиями между японской версией и английской были канди и отсутствие люка для японской, и наоборот для английской. Двигатель 1,3 бензиновый, 107 лошадиная сила. Механическая коробка передач, передний привод, машина 1991 года выпуска. В итоге получаем злую шавку в почти идеальном состоянии. Наступив на хвост которой, получаешь разгон до сотни за 7,5 секи и просто нереальную управляемость. В автокроссе, на мой взгляд, даже и по сей день далеко не каждая спортяга сможет кинуть перчатку старичку. Данный рецепт незамысловат, 107 турбо лошадей и 690 кг веса. Если учесть, что подвеска использует резиновые шары вместо пружин, поразительная плавность хода, то получаем картинг для дорожного пользования. Но вот где именно сияет данное авто, так это в поворотах. Щекой к боковому стеклу влипаешь либо один, либо с пассажиром по очереди. Era – это не просто обвес и пара значков. Это полностью другая машина с вмешательством как в подвеску, тормозную, 4 поршня спереди, систему и ходовую, так и в интерьер, который в свою очередь эксклюзивен только и только этой машине. С учетом того, что аж за 41 год выпуска и тиражом в 5 387 862 автомобилей живых Mini практически не осталось, данный экземпляр является достойным предводителем североамериканского сброда шавок, да настанет его час славы, а пока ну-ка брысь обратно в конуру. Приветствую всех, кто зашел на мою страничку. Подписывайтесь, оценивайте.